Roblox закулисье. Кто не знает, что такое закулисье, это пространство вне нашей реальности. Пространство, состоящее из бесконечных и лиминальных пространств, дающее чувство, цитируется, как будто что-то не так. И обязательно подпишитесь на канал, потому что мы очень близки к 10к, иначе ты окажешься в закулисье. В общем, вот мы... Ууу, смотри на меня, смотри на меня. Стоп, камера это у нас Z, да? Так, а камера что у нас делает? Я не знаю, что здесь вообще делать, это мой первый раз, но... Так, здесь какая-то бумажка, давайте посмотрим. Короче, нам надо бежать от каких-то странных вещей. И да, это то самое закулисье, чуваки, жесть. Ну, похоже, что это здание постройки 90-х. Так, там, так. О, немного страшно, но ладно. Да, это не особо приятно. Ладно, так, где выход? Где выход? Я слышу, как будто за мной шаги. Но это мои шаги. То, где был. Давайте включим фонарик. Будем идти. О, это интересненько, это интересненько. Так, где вообще все? Но, блин. Так, нам надо найти выход. Стоп, я что-то вижу здесь. В этом направлении? Вот так. Тут вот этот вот свет как-то по-другому. Уху, это было неожиданно. Так, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Стоп, я что-то слышу. И мне это не нравится. Окей. Бежим, все, куда глаза глядят? Давай, пожалуйста, оставьте меня. Все. Так, я могу все еще бежать. Так, все. Мне это не нравится. Где они? А! Что? Нет! О, смотри на меня. Так, нет! Нам надо бежать. Я не знаю, где, что, когда. Почему это так стрёмно? Окей, а может быть в соло играть было не самой лучшей идеей. Где выход? О, здесь стрелка! Идем туда. Я очень много бежал. Так. Фух. О май гад. Мне это не нравится. Мне это очень сильно не нравится. Давайте присядем. Я не могу так много бежать. Жесть! Где это вообще существо? А! Я что-то видел. Нет. Да. Где выход? Я не знаю, где выход. Все, просто побежали куда-нибудь. Мне это не нравится. Стоп, мы здесь вроде были, но теперь здесь нету этого существа. Давайте туда отправимся. Так, бежим. Стоп, я видел там кого-то или нет? Мне это очень сильно нравится. Так, стоп, что там? Там ничего. Все, бежим так. Стоп. О, я что-то нашел. Погоди. Что это? Фиолетовая лампа. Да! Мы идем в правильном направлении, let's go! Фиолетовая лампа, привет. Так, мне это... Все, идем тогда сюда. Идем сюда. Все! Мы спешили! Кажись, мы прыгаем сюда, чуваки. Это было жестко! Это было реально жестко! Так, стоп. Так. Это, кажись, за кулисей третий уровень, чуваки. Кажись, мы идем только в одном направлении, поэтому камеру нам обязательно брать с собой. Давайте возьмем камеру. А, вот что камера делает. Мы можем все вот так видеть. Смотрите. Смотрите, что камера делает. Мы можем приблизиться и отдалиться. Это прикольно. Ладно, давайте будем носить с собой камеру. Это страшненько, реально. Ладно, пойдем тогда вперед. У меня аж мурашки по коже, чуваки. Стоп, я там что-то вижу. А это дверь, хорошо. Это хорошо или плохо, я не знаю. Так, мне это очень сильно не нравится, но это единственный путь, куда мы можем идти. Хорошо. Нам надо что-то прокрутить 6 раз, чтобы выбраться отсюда, хорошо. Кажись, нам надо это крутить вправо 6 раз. Хорошо, то есть тут у нас есть этот вентиль. Так, давайте мы его... Давайте будем его вкрутить вправо. Один раз. Так. Ладно.
Мне то очень сильно не понравилось. Кажется, я слышал шаги. Либо это были мои шаги. В общем, без разницы, нам надо отсюда выбираться. Нам надо отсюда выбираться, это максимально страшно. Так, бежали сюда. Бежали сюда, все. Так, хорошо. Кто здесь? Кто-то в воде? О нет. Ладно, давайте перебираемся. Все. Вы до меня не достанете. Фух. Так. Тогда. Все, покрутили. Сейчас что-то будет? Я не знаю. Фух, ничего не было. Так, это два вентиля. Не играйте со мной в такие игры, только, пожалуйста. Это мне максимально нравится. Погодите, откроется ли это? О, вентиляция круто. Только это не Among Us. Давай, все. Фух. Мы тут, ладно. Мне что-то подсказывает, что... О! Что это? Я что-то вижу! А! Нет! Я бегу! Я в тупике! Давайте выключим свет. Круто, еще больше проблем. Так. Хорошо. Я что-то видел? Там видитель еще один. Так, давайте тут только попройдемся быстренько. Ладно, тут ничего. Тут что-то или нет? Что это там? Ладно, покрутили. Быстро, давай. Все. Так, три вентиля есть. О, тут четвертый. Давай, быстрее. Давай. Четвертый есть, все. Так. Это, кажется, дверь. Это выход, ладно. Так, четыре вентиля есть. Хорошо. Это дикая игра. А! Так. Там есть пятый вентиль. Так. Давайте не будем медлить. Давай. Пожалуйста. Все, пятый вентиль есть. Остался последний, шестой. Так, мне это не нравится. Мне это очень сильно не нравится. Тут то ли последний вентиль, то ли еще что-то. Нет, это тупик. Это серьезно? Тут кто-то рядом. Поплыли. Да, я там вижу кого-то. Валим? Нет, не сюда. Не в этом направлении. Не в этом, побежали туда. Туда и только туда. Если вы хотите продолжение, то обязательно скажите, потому что мне эта игра очень сильно нравится. Так. Так, мне показалось, я кого-то увидел, ладно. Я не вижу других вентилей, вот это... Все, прячемся. Это интересно, но мы знаем, что он в том... в той части карты, да, все. Мы можем тут пока не так сильно волноваться. Стоп, я, кажется, здесь вентиль вижу. Так, стоп. Нам только надо немного передохнуть здесь. Где последний? Его очень сильно надо найти. Это страшная игра. Где последний вентиль? Кстати, давайте... Просто будем аккуратно идти. Так, тут... Свет мигает. Вот там есть один вентиль, но мы его уже активировали. Тут что-то есть. Раз здесь свет горит. А! Я что-то чувствую. Бежим. Можем тут пока присесть. Стоп, там, наверное, что-то есть. Да. Нет, вот тот самый желтый свет, который ничего не дает. Я нашел последний. Все, крутим его. Все, валим. Валим отсюда. Все. Я сматываюсь. Мне это место не нравится. А что если он тут? Нет. Бежим! Валим! Нет! Только не здесь! Он тут! Он рядом! Пожалуйста! Спасите меня! Все! Все! Как же это
дико. О май гад, я ничего не вижу. Что это? Ты умер? Ты хочешь зареспавниться? Что произошло? Ну, а поэтому как-то так. Напишите в комментариях, если вы хотите продолжение, спамьте в комментариях букву И, иначе вы попадете в закулисье. Это был Крик Клуб, и всем пока.